Автобусная остановка для сельского транспорта в районе Северного рынка неоднократно вызывала жалобы и нарекания со стороны анапчан. Люди жаловались в администрацию города на сбои в работе транспорта и состояние остановки. Никаких удобств для пассажиров не предусмотрено. Пожелания жителей были услышаны, и уже начались работы по созданию комфортных условий для пассажиров. По поручению руководства города и в целях улучшения транспортного обслуживания населения на сегодняшний день отделом по промышленности, транспорту и связи организована работа по приведению конечной остановки пригородного транспорта в соответствии с требованиями законодательства. На стоянке уже установили дополнительные остановочные павильоны. Также установлен дорожный знак «Автобусная остановка». Разработано четкое расписание маршрутов. Вскоре будет изменена дорожная разметка. Выделена посадочная площадка. Власти продолжат работу по улучшению транспортного обслуживания населения.